Капанадзе Гога. Синий угол Тарасян Армен. Команда Хаджиме. Знаете, противники так подошли друг к другу, посмотрели. И аккуратно начали наносить друг другу удары. Так, по-хозяйски начали бой. Спокойно, размеренно. Но я бы не сказал, что удары слабые. Стараются наносить точно и жестко. Начинается взрыв. Вот такой вот удар. Попытка Маваши Капанадзе Гога. Капанадзе Гога весит 60 килограмм, а Тарасян Армен 57. На 3 килограмма разница. Знаете, бойцы довольно-таки опытные. Постоянно выступают на соревнованиях и занимают призовые места. Вот какая атака была проведена Капанадзе. Судья разводит спортсменов по углам. И вновь команда Хаджиме. Ох, какой удар! Вот это Маваши. Очень красиво, знаете. И да, засчитывается Капанадзе полочка. Попытка провести Ушира. И вы знаете, Гога почувствовал себя намного увереннее. Посмотрите, удары Цуки какие проходят. Да, но Маваши был, конечно, очень профессионально проведен. О, какая атака. Прекрасная атака. И нет. Судьи реагируют только на выход за татами. Итак, время вышло. Да, Капанадзе Гога занимает первое место.